сегодняшнего дня всем казахстанским госслужащим запрещено пользоваться гаджетами в рабочее время. Запрет, кстати, коснулся не только самих чиновников, но и посетителей государственных учреждений. Правда, в некоторых ведомствах еще не понимают, каким образом бороться с цифровыми технологиями. Тем временем в магазинах техники возник небывалый спрос на простейшие телефоны. Тимур Ермашев расскажет подробнее. То, что вначале было воспринято не более чем шутка, сегодня стало реальностью. Правда, первыми запрет использования гаджетов в зданиях госучреждений ощутили на себе не сами госслужащие, а журналисты. Для представителей пишущей братьи стало полной неожиданностью требование охраны сдать все имеющиеся при них гаджеты. Мультимедийный формат «У нас умрет, не успев встать на ноги». В Павлодарской области запрет на пользование смартфонами в зданиях госучреждений распространили на посетителей и журналистов. При этом в самом сердце страны о запрете, кажется, еще даже не догадываются. В ходе первой сессии парламента нового созыва все те же журналисты обратили внимание на то, что народные избранники активно пользуются смартфонами. При этом многие из них признали, что знают о запрете, но ждут некоего отдельного приказа, который пока не поступал. Тем временем специалисты в области IT-технологий считают, что в правительстве либо погорячились с объявлением гаджетов вне закона, либо просто не знают о других способах решения проблемы утечки информации. Правильнее было бы ограничить выход данных с помощью каких-то программных решений. То есть в смартфон тех же самых сотрудников устанавливается специальный софт, который имеет профиль рабочий. И он ограничивает ряд функций, например, пользование социальными сетями, мессенджерами. Это сравнимо с тем, как вы пользуетесь рабочим компьютером в крупной организации. И тем не менее, запрет вступил в силу, и теперь во многих торговых сетях вновь стали востребованы примитивные мобильные устройства, не поддерживающие интернет и не имеющие камеры. Прежде их покупали в основном пожилые люди. Теперь такие телефоны закупают оптом, цены на них остались прежними, в среднем от 7 тысяч тенге. Конечно же, до этого такого спроса у нас не было. У нас приходит, наоборот, за самыми последними моделями телефона, но, допустим, с сегодняшнего дня уже к нам были обращения, когда хотели уже сразу же закупиться от 5 телефона и выше. То есть, соответственно, спрос сам тоже появился на эти телефоны. Современные гаджеты стали неугодными после многочисленных фактов утечки служебной информации. Ожидается, что теперь все госслужащие, а также работники аппарата Мажилиса должны оставлять свои смартфоны при входе. То же самое касается и всех посетителей казенных учреждений. Этот запрет до сих пор вызывает множество вопросов, например, о том, кто должен нести ответственность за дорогостоящую технику и будут ли люди подвергаться обыскам или им будут верить на слово. Тимур Ермашев, Ренат Фазылбаев, Информбюро, 31 канал.